деревня Лукьянова Тарапецкого района. Продается жилой, деревянный, для круглогодичного проживания дом. Снаружи утеплен минватой и обшит сайдингом. Вот. Дом из профилированного бруса 150 на 150. Заходим. Здесь коридор. Отсюда попадаем в холл. На первом этаже кухня, гостиная, санузел и ванная комната. В ванной комнате водонагреватель, душевая кабина, насосная станция, стиральная машинка, полы, теплый пол и стены выложены кафельной плиткой. Санузел. Заходим на кухню. Есть такой душевный круглый стол, печь, плита, которую можно готовить, кухонный гарнитур. Идем в гостиную. Поднимаемся на второй этаж по лестнице. На втором этаже две спальные комнаты по 12-14 квадратных метров. Это детская. И переходим во взрослую школу. Продается с мебелью и обстановкой. Забираются только личные вещи.